Всем привет. В общем, это была проверка, кто умеет читать по губам. Ну а теперь для тех, кто не умеет. 18.00 у нас начало мероприятия, поэтому, друзья, поспешите, приезжайте в Мегу. Место есть 2.0. И здесь мы начнем нашу первую встречу Мега Дрифт Клуба. Жду всех. Была красивая оформленная палаточка в сервисном парке, надо, чтобы был красивый пилот, надо, чтобы были красивые... Просто заниматься, не выиграть именно соревнования, да, а научиться, нарабатывать скилл, то есть научиться дрифтить. Вот это самое важное и самое главное. Финальный этап. Вот из этих 20 человек уже 1 февраля мы определим, кто выиграл автомобиль, а кто получит поощрительный приз. Сами японские пилоты просто покажут очень крутые и классные заезды. Для себя сделайте выводы и поймете, куда вам двигаться и в каком направлении. Ну, а из-за чего именно в таком формате, и почему Мега Дрифт Клуб, и откуда он появился у нас, я расскажу. Больше получается под газом ехать, то есть мне сильно понравились вот эти вот дополнительные куски асфальта, вот. Ну и конфигурация, сама задание судейское тоже мне понравилось, честно говоря. Оно более свободное. Что выигрывает тот, кто быстрее разгоняется. И очень часто у нас уже на мировых соревнованиях, в РДС-GP, на чемпионате России, очень часто бывает, что первый уехал, а второй там пока смотрел, что на газ давить не дает. Я могу сказать, что у нас моя задача сделать так, чтобы у нас в нашей области появились опытные пилоты на летних мероприятиях, которые смогут завоевать. Королева дрифта – это Сильвия. Молодцы, ребята знают. Я надеюсь, вы тоже там знаете, что дрифт и автомобиль, который 100% идеально подходит для дрифта, это не самое.